А сегодня в парке листопад прошел. Осень у нас уже глубокая, заканчивается. Пахнет листвой. Свежий воздух, аромат осенних деревьев. В одиночестве стоят теперь наши друзья из знаменитых русских сказок «Крокодил Гена и Чебурашка». А на дереве пристроился кот ученый на цепи. Куда же ему деваться? Он же на цепи. Вот будет зимовать на дереве. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Да, у нас тут в парке чудеса. Осенняя краса. Скамейки в парке засыпаны листвой, а воздух чистейший. Наверное, в лес ходить не надо. По нашему Георгиевскому парку пройти, подышать свежим воздухом вполне будет достаточно для того, чтобы зарядиться ароматами осени до следующей осени. Какой дуб уже приготовил листву к сбросу. Очень много здесь вновь высаженных деревьев. Мы здесь увидели очень интересную ель, пихту, высаженные лиственные деревья. Георгиевский парк не теряет свою красоту и достопримечательность. Много у нас аттракционов. Дополнительно уже появились новые качели. Даже Незнайка удивляется красоте осеннего парка. Посмотрите, какой у него удивленный взгляд на произрастающее напротив дерево, которое уже постепенно оделось в желтую листву. А рядом стоит туя, вечно зеленая. Куда ж ты едешь, Незнайка? В цветочный свой город? Ну, удачной тебе зимы. А в Георгиевский вечер и месяц одиноко наблюдает за нашим городом. Вон он, месяц, месяц, ты могуч. А он, наверное, смотрит, как каток монтирует. Вот оно что, вышел посмотреть. Скоро у нас тут каток будет на площади. Павильон уже установили. Вот уже уложили трубочки под охлаждающую жидкость. Так скоро и лед появится. Придем ноги размять. Вспомнить молодость. Мы с коньками на «ты». Вот здесь будет потом настил, эти все соединения увяжут под настил. Сегодня теплый вечер, детвора в городке веселится. Обещают нам похолодание. И первый снег должен выпасть.
Ну хотя у нас уже снежок выпадал. Такой краткосрочный, вот, ну вот с дождем был. И все. Скорее уже хочется на каток зайти. Постоять на льду. Похрустеть коньками. Разогнаться. Посмотреть наших хоккеистов. Наверное, будет соревнование. В прошлом году были отличные соревнования. Победила дружба на них. А мне, кстати, с прошлого года досталась шайба в подарок, презент, которая улетела в снегу. И я ее нашел потом все-таки. Потратил время, поискал и нашел. Так что есть раритет с прошлогоднего чемпионата.